вечер, господа, дамы. Огромное-огромное спасибо, что выбрали нас. Динамо вперед! Верим, можем, переможем! Хоккейный клуб «Динамо Минск» каждый день участвует в конкурентной борьбе за досуг среди всех представителей индустрии развлечений, которая в Минске, как в любом европейском городе, максимально разнообразна. Кино, театры, различные выставки, концерты, ночные клубы и многое другое. И даже домашний диван перед телевизором – все это наши друзья-соперники в борьбе за потребителей. Именно поэтому хоккейный матч нашего клуба – это не просто спортивное мероприятие, покупая билет, на которое каждый посетитель получает уютное кресло. Это целый комплекс дополнительных сервисов, фойе арены и даже по дороге к ней. Мы стараемся поддерживать то, что полюбилось нашему зрителю, нашим болельщикам, а также прислушиваться к тому, чего они хотят. Основная цель работы нашей команды заключается в том, чтобы создать атмосферу на матче. Предматчевое шоу делается для того, чтобы зарядить энергию наших болельщиков. Выходишь на арену, видишь 15 тысяч, ты им кричишь «самый сильный», и они тебе отвечают. Это на самом деле очень сильный эмоциональный такой аспект, момент. Очень часто говорят такого: посмотри, мы приехали целой семьей из Смолевичей специально на игру. А я им говорю: посмотрите вокруг, здесь 15 тысяч, те, кто специально приехали на игру. Это всегда какое-то шоу, всегда интересно, всегда какое-то действие, экшен, много света, много звука. И оно находится на достаточно приличном уровне. Думаю, что такое предматчевое шоу хотели бы увидеть болельщики в абсолютно каждом городе. Достаточно много разных моментов, под которые приходится подбирать мелодии различного характера. Там бывают же там и драки, бывает и какие-то смешные моменты на льду, опять же. Ну, всякое может случиться, и постоянно приходится держать 3-4-5, может, композиций в голове одновременно. Вот так вот. У нас как бы свои задачи. Телевидение приезжает, снимает хоккей, а мы снимаем зрителей. Это то, что мы на матче видим на кубе. Вот. Ну, соответственно, я этим всем управляю.
я считаю, что проект однозначно полезен для болельщиков, а мы работаем в первую очередь для болельщиков, иначе вообще нет смысла в нашей работе. А в том числе и потому, что он помогает увидеть хоккеистов другими, не такими, какими мы привыкли их воспринимать. Вопрос такой. Андрея Хенкель, твоя сестра? Нет, хотелось бы, но нет. Хорошо. Крис, давай перечислим всех, кого бы ты хотел в сестры. Всех? Да, да. Кто бы смотрелся неплохо в качестве твоей сестры? Не знаю, наверное, Бритни Спирс, может. Да. От имени хоккейного клуба «Динамо Минск» выражаем огромную признательность нашим многочисленным болельщикам нашей страны. Именно болельщики позволили нам добиться таких успехов и стать брендом года Республики Беларусь в области спорта. Ждем вас, уважаемые болельщики, на наших хоккейных матчах.